студист. С 1 февраля вступает в силу закон, принятый в конце 2020 года, согласно которому соцсети обязаны блокировать сообщения, содержащие нецензурные слова. Мониторить контент на предмет наличия нарушений должны соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей. Новое правило касается и других противоправных данных, таких как реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. В правительстве предполагают, что новая норма позволит быстрее блокировать информацию, представляющую общественную опасность.